Министерство внутренних дел Республики Казахстан с начала текущего года проводились ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка Республики. Так, в период с 3 февраля текущего года на территории области проводился один из мероприятий – это правопорядок. В рамках данного мероприятия на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Хару». Было задействовано более 500 сотрудников ДП Акмолинской области на территории. Более 2000 мероприятий, связанных с проверкой незаконного хранения оружия, проводилось, в том числе и проверялись отгонные участки. В ходе оперативного мероприятия в хозяйственной пристройке на территории частного дома жителя Аршалынского района обнаружено незарегистрированное оружие ИЖ 16 калибра, ТОС-63 16 калибра, а также 65 патронов к гладкоствольному оружию. У другого местного жителя полицейскими обнаружено и изъято двухствольное оружие неустановленной модели 20 калибра, патроны в количестве 11 штук. По обоим фактам назначена баллистическая экспертиза, проводится следствие. Более 60 владельцев оружия были привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение правил хранения и регистрации, перерегистрации оружия. В настоящее время правопорядок окончен, вместе с тем оперативно-профилактическое мероприятие «Хару» продолжается, оно будет проводиться до особого распоряжения. В этой связи граждан, еще раз пользуясь случаем, хотел бы предупредить жителей нашей области, у вас есть сейчас право сдать незаконно хранящееся оружие на добровольной основе в органы внутренних дел. За это вам ничего не будет, никакой ответственности. Кроме того, из 500 крестьянских хозяйств и отдаленных пастбищных участков изъято 261 единица гражданского оружия до устранения выявленных нарушений оплаты штрафа. Вместе с тем найдено 4 гладкоствольных оружия, состоящих на учете в категории «как утерянное». Александра Гауэрт, Руслан Вотин, Жамбыл Балтаев, Кокши, Акпарат.